Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверфони и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Здравствуйте всем, привет всем! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы с пацанами будем строить интересный дом. Сегодня мы с пацанами будем строить новый, современный, очень дорогой дом. Так что, ребят, смело ставьте лайк, усик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка, заранее огромное спасибо, нам с пацанами будет безумно приятно. Ну что, парни, я позвал вас, чтобы вы помогли мне построить домик, потому что одному хороший дом построить очень тяжело. Сегодня мы втроем будем строить наш будущий особняк кайфа. Вау, с кайфа! Ну что, друзья, для начала нам нужно вот купить, знаете что, нас ведут сюда, чтобы мы собрали деньги, а дальше нам нужно купить каменную дорожку! И чтобы наш дом охранялся, парни, нам нужно купить ворота. Вау! Лимузины, два охранника. Нифига себе, у нас ворота. А дальше, парни, нас ведет, знаете куда? Бокс-подушечка. Управление шлюзами. Ух ты. Так, дальше у нас ворота еще одни, парни. Нифига тебе, мы можем открывать ворота и закрывать теперь. Не знаю. Так, теперь нас ведет, друзья, знаете куда? Мы сейчас с пацанами должны будем построить цокольный этаж. Ого. Ой, где? О, вот он, цокольный этаж, пацаны. Теперь стены спальни. Вау, ого себе, что ты наделал-то? Парни, я поставил стены спальни. Нифига себе. Мы здесь будем спать? Наверное, стены гостиной, парни. Так, теперь кухонные стены. На бетоне. Нифига себе, было бы так в реальности, друзья. Чисто бам, и все, и не хватает денег. Вот так в жизни бывает, денег и не хватает. Так, так бывает. Собрать, все, деньги мы собрали. Деньги у нас есть. Рассветы и туманы. Кстати, денег нормально, парни, вообще дается. Стенки еще купили, да, ну нормально, много. И они прям увеличиваются с каждым разом. Ну у меня вопрос, что ты за лабиринт потока построил? Хорошо, что мы можем высоко прыгать. Теперь у нас, парни, идите ко мне. Вот, видите меня? Ну когда потолки будут, нельзя будет так прыгать. Да, но тут можно купить уже ковер. Я купил ковер. Стены, давайте, да? Да, вот, это что это такое? Это ковер, по-вашему? Ого себе, и зачем он нужен? У меня уже денег не хватает на такой ковер, блин, пацаны. Дешман. Вообще, блин, вот это нас это надурили, как говорится. Надуристика. Слушайте, парни, а вот смотрите, как вам такое, стены гаража, а? А ну, машина будет стоять. Наверное, дальше у нас еще левый забор, пацаны, есть. Левый? Хорош. Так, а есть правый, может быть. А вот еще какой-то забор, друзья, давайте посмотрим. А ну. Надо задний. Оградить задний забор. Надо строим. Добрыка оградиться. Да, и вот последний, друзья, забор, и по идее наш домик будет в полной безопасности. Ну, хорошо. Но всё. Это не точно. Забор мы сделали, да. Чего у нас тут еще есть, парни? Тут вот какая-то бокс-подушечка, что это? Я не знаю, что можно купить Мерседес Макларен, точнее. Ну, Макларен просто, не Мерседес Макларен. Есть Мерседес Макларен, есть просто Макларен. Можно купить Порше за 800, можно Камару за 1000. Короче, можно всего, друзья, тут понапокупать. Камара. Что за Камара такая? Магазин такой, ой, машина такая. Ясно. О, деньги в 3 раза быстрее, парни, идут нам. Смотрите, что я купил, это кустики. Капуста? Ну нет, это эти, кусты капуста, такие красивые. Ага, красивая капуста, бро. Пацаны, дорожный конус я купил. Зачем он здесь? Серьезно? А что так мало? Что, такие маленькие улучшения, такие большие деньги? Ну вот видишь, ну а ты говорил, денег копится много, ну все теперь. Ага, еще ковер, друзья, тут ковры по $130, блин. Ну у нас, смотрите, друзья, у нас Gold Rush, у нас 3 раза быстрее деньги идут, это, конечно, здорово. Золотая лихорадка. Побольше. Ага. Нормально. О, а что это у меня такое? Пацаны, я купил ванну, наша первая ванная. А почему она такая какая-то фиолетовая? Не знаю, там это водичка вода какая-то. Он ее с водой купил. Да, с мыльными пузырями там, друзья. Вау, бесплатный подарок, присоединяйтесь к группе. А, такое нам не надо. А я, кстати, могу высоко прыгать, смотрите. Ну-ка, как, бабян? Оп! А как так прыгаешь? А мне какая-то штучку дали. А, ничего себе. Так, парни, слушайте, у нас деньги вообще идут очень жестко. У нас уже 1600. Давайте, может, одну комнатку вот чисто доделаем. Давай, давай, вот давай. Здесь, давай, смотрите. Попробуем. Прикроватный столик, друзья. Так, столик. Покупаем еще Пашки один столик. Играть. Вот, покупаем стол. И все, в этой комнате мы больше уже не можем купить улучшение. Это гостиная, что ли? Можем сюда, табурет, табурет. Как-то странно, друзья, покупаются улучшения. Очень странно, вообще. Это правда, согласен, согласен. Мега странно, просто по одному предмету и все. Мусорный бак, пацаны, это вот сюда мы Бобяна посадим. Не надо.
Вон Андрюха уже влез. Я в лес, кстати. Кто в лес, то по дрова. Так, здесь мы покупаем диван. Но не хватает уже денег, пацаны. Знаете, что я предлагаю, парни? Да, предлагаю накопить денежек, может. Хотя у нас... Хотя у нас копится не так много, у нас максимум может быть 3-400, понимаете? Да, то есть... это жестко, ограничители поставили. Да, то есть надо по-тихому покупать. Вот диванчик мы купили. Можно отдыхать. А вот, теперь тут, парни, можно купить набор какой-то. Воу, набор стульев и диванов я купил. О, диван-кровать. И смотрите, кстати, и здесь еще улучшается. Че, бабян? Зоомагазин есть, можно за 30 тысяч купить яйцо. За 10 тысяч купить яйцо и за 75 тысяч купить яйцо. Вот за 10 тысяч потом, если что, может быть, купим. Тут у нас центр города, друзья. А вот, что такое, парни? Клаб Реберф. А, это делать, чтобы эти... Перерождение, друзья. Хайповый клуб перерождения, блин. Да, смотрите, блин, чтобы сделать перерождение, нужно докачаться, короче, до этого. Ну ладно, друзья, мы пока никакие перерождения делать не будем. У нас доход идет 86 парней в секунду, наверное, долларов. Нормально. Это очень нормально, это вообще неплохо. Угу. Так, ну и пойдем, ребят, сейчас заберем денежки и пойдем покупать дальше улучшалки. А, ну давай. Так, пацаны, я собираю бабос. Все, забрали и поехали. Давай. Так, вот здесь. Чё у нас тут, парни? Ну-ка, пустая комната. Гараж. Нет, а тут гараж у нас для машин, покрышки какие-то эти. Тут вот кресло можно купить, пацаны. Ага. Кресло-качалку. И все, что ли? А, нет, вот в ванной комнате можно еще докупить что-то. Ух ты, наконец-то, парни. Она уже похожа на ванную, блин. Тут согласен, а то было фиг пойми что. Это зубная щетка. Еще кровать, друзья, купили. И все, и денежек не так много. Я купил еще туалет, парни. Но в него нельзя сесть, в него можно войти только. Хорошо. И камин, парни, можно купить. Это хорошо, тепло будет. Во, покупаем камин. Короче, друзья, вот такой вот у нас домик. Я предлагаю, парни, нам по-тихому с вами немножко попрокачиваться, а потом уже продолжим. Ну что, друзья, накопили мы денежек и прокачали дом. Смотрите, у нас есть вот такие вот столбики, у нас есть двери. У нас прям уже такой солидный домик образуется. Вот такая кухня у нас интересная. Ну потом крыша будет. Такая у нас гостиная, друзья. Вот такая у нас спальня. Здесь можно, кстати, купить окно, чтобы было все по кайфу. Здесь у нас, ребят, тоже можно окна понапокупать. Тут у нас ванная комнатка. Уже, в принципе, более-менее внутри похоже на дом. Здесь у нас гараж. Ну и, друзья, накопили мы денег на питомца. Мы с пацанами хотим пойти питомца купить. Ну что, побежали, парни, в зоомагазин? Давай, газуем. Давай. Сейчас посмотрим, друзья, может, действительно кого-нибудь купим. Так, это за робоксы, парни. Вот за 10 тысяч. Так, это 75, а вот за 10 тысяч. Ну что, парни, открываю я и получил я бэби чит. Это редкий? Это обычный. Это, парни, обычный питомец. Ну, его мы можем надеть, и он дает нам плюс 15, парни, денежек. Ого себе, отработает себя спустя сколько времени. Ага, тут еще, друзья, у нас денежки капают. Я предлагаю, парни, еще одного питомца купить пойти. Да, можно, можно. Посмотрим, погнали. Может, что повезет. Можно все равно двух питомцев, друзья, надевать. Тем более, у нас тут такой бонус приятный. Сейчас посмотрим. Так, погнали, открываем. Хоть бы эпический, пожалуйста. Бэби чик, парни. У меня два бэби чика. Теперь у меня плюс 30, друзья, денежек капает. Ну ладно, в принципе, нормально, неплохо. Ну что, пацаны, денежки у нас идут. Мы можем дальше покупать. И знаете, что, парни, у нас там дальше? Да, что? У нас здесь вертолетный порт, вертолетная площадка, типа такого. Круто. И есть вертик, парни. Нифига себе. Бабян, своровал, Андрюха своровал, блин. Летим, летим. Все, летаю. Я вон с Андрюхой, друзья, сижу, мы летим над нашим домом, пролетая над нашим домом. Да, над коттеджами пролетаем. Обратно, Андрюха, дом будем делать. Смотрите, как издалека красиво, ребят, выглядит домик, да? Смотри, тут гоночный трек, ё-мо. Ого. Ай, Ярик! Ну, чтобы был гоночный трек, чтобы поучаствовать на нем, нужна машина. Андрюха, разбився. Вот такие вот, ребят, питомцы прикольные сзади меня. Ладно, погнали, чё, дальше покупать все улучшалки, пацаны, прокачивать дом. Чё, Андрюх? Смотрите, где я. Где? Я на дереве. На каком? А на большом. Вон, друзья, где Андрюха, ё-моё. Я Маугли. Нифига себе, слазь давай, давай дом делать.
Так, что у нас тут еще, друзья? Во, тут есть у нас шторы, парни, всякие занавески мы ставим, чтобы за нами соседи не подглядывали, чем мы тут занимаемся, а? Да. Так, здесь тоже шторы, когда Андрюха будет мыться, чтобы никто не видел его, чтобы никто не подглядывал. Конечно, реально. В гараже, друзья, шторы, мало ли. Не знаю, на всякий случай. Ну, везде тут, ребят, шторы. Машину не видели. И все такое. Покупаем, ребятки. Вообще, домик наш прокачивается. Можно уже за деньгами спокойно идти. Давай. Уже, парни, опять почти там вон, 8 тысяч накопилось. Круто, нормально. Круто. Вау. А что это за светильники? Денежки поставил? Идут. А вот ставится, бабян, все ставится. Интересно, будет сейчас гореть ночью или нет? Так светильники, это вот эти столбы, они давно уже стоят. А, ну мы ладно. Их давно купили. Так, что тут еще, парни? Зеркало. Во, какая у нас уже ванная комната. Ребят, ну реально лайкусик за нашу хатку. Кто хочет гости, пишите в комментариях. Все будем потом. Да, так, поставили. Для всех комнат хватит. Картину, реально, тут дом такой большой, друзья, что тут все это поместятся. Телек, а это картина. Так, а все. Вот телек. Денежек, парни, больше нет. И можно, смотрите, что-то там есть первый этаж купить. Погодите, это я правильно понимаю, панель. Крыша, что ли, будет? Ну-ка, погодите, типа мы доделали первый этаж? Ну-ка. Да, да. Вау, крыша, друзья, да, и да. Лестница на второй этаж появилась, но мы первый не доделали, парни. У нас тут всякие рамки, всякий декор, стеллажики и все такое. Так, еще здесь, да, но мы не доделали, парни, тут в первом этаже еще... Ну, еще много батрачек. Еще нужно побегать, друзья, да, тут нужно опять докупить. Опять работа. Так, у нас здесь в гараже шкафчик мы прикупили. И еще где-то видел, парни. А, вот, часы у нас в спальне. Чеснок. Так, с другой стороны, вот, вот тут часы, точнее, в гостиной. Еще здесь вот у нас какие-то... Ну-ка, это что у нас? Кондиционер, пацаны, я поставил. О, это важно. Да, и больше денежек у нас нет. Все, денежки закончились, друзья. Денег больше нет. Чего? Когда семью будешь заводить? Семью, я не знаю, как завести ее. Ну, там кнопка есть. Да, но тут никого нельзя. Мальчик, девочка, мать, оборудуйте. Я не могу, блин, ничего сделать. Оборудуй. Не могу никого оборудовать. Стены компьютерной комнаты я какие-то поставил. Нифига, на втором этаже, друзья, у нас будет еще и компьютерная комната, нифига. Ладно, предлагаю, парни, подкопить еще деньжат. Давай. Ну что ж, друзья, мы немножко переехали, я перезашел, у меня не работала семья. Смотрите, я приютил двух вот таких пацаненков, им можно всякие команды давать, их можно даже кормить, ребят. Вон, я ему бургер дал, команды, он можно сидеть, или там, чтобы он еще лаял. Вон, лает. Ну ладно, лежать, друзья. В общем, у них разные команды есть, и это реально прикольно. Они бегают за нами, два пацана вот таких у меня. Так что все, это топчик. Так, а где он? Ну-ка. Ансид. Я хочу, чтобы он стал. Ну что, и накопили мы, друзья, практически, а не практически, а уже даже больше 50 тысяч, 56 тысяч. И можем пойти, парни, покупать улучшения. Нормально. Я буду покупать весь дом. Заходите, друзья, у нас тут вот гостиную. Надо все на первом этаже сначала, друзья, доделать. Давай. Так, здесь все доделали с этой стороны. Ну тут на самом деле, друзья, очень много всего. Это просто огроменный дом. Так, а дальше нет, нас ведет на второй этаж. Слышите, Бабян, ты где там? На первом. На первом? А все, мы походу уже доделали. Тут уже ведет везде на второй этаж, пацаны. А нет, вот ладно, нашел. Вот сюда. Это ограбление. Не надо, Бабян, не грабь нас. Не надо, Бабян, ты чё? Убирай меч, погнали лучше наверх, друзья. Сейчас посмотрим. Сейчас тут все понапокупаем. Давай компьютерную комнату. Давай. Давайте, пацаны, давайте попробуем. Тут у нас какой-то ковер. Йога. Вот, для и все. Получается. И все, и все, больше ничего, друзья. Пока нельзя покупать. Видимо, надо дальше. Смотрите, фокус покажу сейчас. Чё, какой, Бабян? Смотрите. Ну. Оп. Нифига, прыгнул, что ли, высоко? Ну типа вот, вы стоите в одной комнате, я вот так вот делаю. А, и перепрыгнул в другую, ну ты крутой. Да. Так, ребят, здесь еще у нас одна комнатка, а там вон качалка, там у нас гиря, парни. Гиря? Да, там вон качалка, погнали туда. Давайте туда в качалку. Во-во-во, правильно. Давайте вот сюда. Коврик для йоги, пацаны. Нормально. Для упражнений всякие, гири. Вы где, парни? На втором этаже. Я тут качаюсь, у меня тут гири и штанги. А мы тоже качаться идем. Что-то я вас не вижу. Вон, видишь? Да тут запутаться можно, блин. Ага, вот тут гири, коврики всякие. Вот это топчик. Надо подкачаться. У нас, блин, 45 тысяч, парни. Мы вообще ничего не потратили. Вообще богатеи. Реально, я пойду еще денег возьму. Да где вы, блин? Там еще деньги пришли, пацаны. Так, а здесь еще что-то можно купить на улице, а ну? Ну-ка, чё? Что-то не покупается, я вот прыгаю. Да блин! А вот, что-то купил? Машину купил, что ли? Машину! Парни, у нас тачки появились!
Нифига себе! Школьника. Они как не сесть? Это какой-то декор, блин, пацаны. Декор машина. Реально, декоративные машины. А что она там улетела наверх? Непонятно. Так, ладно, я тут докупаю, пацаны. В компьютерной комнате что-то, если я правильно помню, что это компьютерная. Да нет, по-моему, не компьютерная. Ага, бильярдный столик, я застрял. О, бильярд играть. Парни, как вылезти? Ё-моё. Все, я застрял, попробуй меня убей, Бабиан. Во, все, парни, я появился. И, кстати, нам можно сделать уже перерождение, насколько я понимаю. Ты уверен? Ну вот, у меня теперь над головой написано перерождение 0. А раньше такого не было. У меня тоже перерождение 0. Да, у меня раньше такое вообще не писалось, блин. Странно, друзья, раньше такого это, не видел. Это, из-за бонуса, может, что-то отлагало, стало прорисовываться. А, может быть. Так, у нас вон деньги капают. X3, парни, надо срочно тратить. У меня давай, уже, давай, блин, давай, все. Давай, давай. У меня уж там лимиты, капец. Трупы горят. Вообще, почти полный почтовый ящик денег. Ё-моё. Пойдем, пойдем, пацаны. Ой, а может еще? Слышите, а может питомца купим какого-нибудь давай, дорогого? Давай, давай, погнали, за 75 тысяч. Ого себе, а дом достроим, когда будем. Да дом достроим, если что. Сейчас, может, питомца супер крутого купим за 75 тысяч. Главное, чтобы быстро накопились. Ну да. И он тебе будет давать, знаете, сколько? Сколько? 30 вместо 15. А ладно, лучше, может, домик достроим, пацаны, реально, а то ну будет мало ваш давать. Потом еще на питомца, друзья, накопим. Давай, там цветочки. У тебя семья без дома, ё-моё. Ага, реально, два друзья, ребенка. Тут, наверное, и немножко осталось. У нас тут комнатки, мы сейчас все просто пробежимся, понапокупаем. О, по кофейку, Андрюх, слышь? Да, вот, кофеёк, друзья, по кофейку. Брейк тайм. Ага, breaking news. Так, да. А здесь что у нас? О, смотрите, парни, здесь горшок можно купить. Горшок тут на голову. Единственное, друзья, что тут, блин, они разблокируются, эти улучшения как-то по качалка разным комнатам. Я бы сразу все, блин, скупил в одной комнате, так да, и все. Специально, чтобы ты бегал. Да, вот здесь. А, кстати, о, слышите, смотрите, какая арка, парни, на балконе. Да, вот. Красиво. Вот это домина, друзья, если издалека посмотреть, вообще лакшери дом. Чё? А чё за кольцо? Какое? Ну вот, обозрение? Смотрите, красненькое какое-то. Где? Вот, смотри в мою сторону. Не знаю. На небе. Какое-то колечко на небе. Можно, да, какое-то там приколяться, ребят. Вон кольцо. Может, там деньги дадут, если сюда прилететь? Не знаю. Иди посмотри, Андрюх. Мы пока домик с Бабианом тут поулучшаем. Тут еще а и ванная комната есть. Призвать? А ты можешь его призвать? Нет, призови ты, я слетаю, посмотрим, что там. Так, ладно, сейчас, Андрюх, я улучшение понапокупаю. Давай, здесь давай, вот надо доделать все это. Так, там еще, ребят, комната. Единственное, что я теперь высоко прыгать не могу, ребят. Потому что перезашел, у меня был этот, ну, вы поняли, вот этот бонус, блин, и его сейчас нет. Спиралька на прыжки, и сейчас нету. Я в спортзале, пацаны, тут. Давай, качайся. Хорош. Качаюсь, ага, я тут покупаю все принадлежности для спортзала. Все, ладно, а пацаны. Все, бегу к вам. Ну, всякие штанги, гантели для спортзала, бегу к вам, забираю деньги, призываю вертолет. И лети, Андрюх, посмотришь, что там. Летит патруль. Давайте, давайте, мужики. Или я полечу, пацаны. Давай ты, лети. Все. Ну все, лети один. Давай, пролетаю, пока это колечко. Все, пацаны. Я пошел. Сейчас посмотрим, что там будет, ребята. Давай, давай, братишки. Я тут со своими детьми. Да. Я тут с этими, с маленькими, так. Я-то думаю, что нам не хватило. И что, я вот влетаю, пацаны. 500 ну-ка денег, спасибо. 500 нормально денег дали. Вау. Не так много, ладно, возвращаюсь домой. 500 денег. Все, друзья, я, короче, дома. Давайте, пацаны. Вот, компьютерный welcome стол, back стул. Во-во-во-во-во-во-во. Все, пошли компьютерные приколы, парни. Это чисто да, игровая хайпом, комната. Хайпом. Ну только, блин, это не стримерская, а какая-то учебная. Фу, блин. Ну да, что-то хотел. Да, учиться не хочу, сейчас для каникулы, ложков. Сейчас надо отдыхать, блин. Да, вообще-то. Кайфовать. Сейчас, да, надо кайфовать максимально. Так, лампы, это где? Это здесь или в другой комнате? Тут еще некоторые улучшения, с одной комнаты в другую можно купить случайно. Почему у тебя туалетной бумаги нет? А, нет, есть. В смысле, Бабиан, как не, это не, нету? Не, все, извиняюсь. Правда? Извиняюсь, уже есть, Бабиан. Главное. Извиняйся, туалетная бумага всегда нужна, покупаем все эти штуки. Покупаем тележку какую-то, жим лежа, штангу и дверь! Наконец-то, парни, есть! Суета. Дверь, двери нам не хватало, пацаны. Эта дверь, конечно. О, еще дверь, парни, а все, смотрите, уже двери прям покупаем. Осталось крышу купить. Да, всего осталось крыша. Ну, идем уже, наверное, к завершению нашего дома, слушайте. Ого. Покупаем еще двери. Так, что-то там. У нас это, шкаф я не купил. Ага, здесь еще одна дверца в туалет. Капец, бегать и бегать. Реально, друзья, вообще по всему дому, блин. Но зато домик у нас реально топовый. Почему? Чё, чё, Бабиан? Почему у тебя утюг посредине комнаты? У тебя тут бильярдный стол,
массажное кресло и диван. И гладилка, да, с утюгом. Ну, топово, о, сколько денег сейчас будет. А у меня там уже максимум, у меня уже новые не идут, я профукиваю. Ой-ой-ой-ой, о, кстати, там прогресс, оказывается, писала. Да, я, блин, все профукиваю. Так, давайте, X3 у нас тут это. О, нифига, пацаны. Чё? Смотри, что там у нас это, на веранде, блин. На веранде, ну-ка, что ну-ка там? Вот такая вот, парни, зона барбекю, короче. И по идее, друзья, у нас уже 89% прогресса, то есть осталось совсем немножко, осталось 10%. Чуть-чуть. Сейчас докупим это все, друзья, и пойдем кайфовать, и у нас будет самый крутецкий дом для нас с вами. Так, да. Ну что, пацаны, покупаем акне. Акне. Покупаем еще акне, штора и шторы, акне. Акне больше надо. Слушайте, ну и осталось чисто шторы и акне, да, покупать, и все, парни. Получается, все по акне, шторам и получается еще крыша. Ага, и в конце, крышу, да, смысл, наверное, крышу нам снесет, друзья, и будет четко. Но у нас есть и машина, и вертолет, и бильярд, блин, и все, что хотите у нас геймерские есть. Геймерские шторы. Да, геймерские шторы, шторы, и даже стеллажи у нас есть, пацаны. Вау. И даже стеллажи, у нас вообще, блин, супер крутой дом. Фоторамки всякие, хотя нет, слушайте, тут еще всякие кондиционеры, фоторамки, блин, надо понапокупать. Это самое то. Фотожабы. Так, подлокотник было написано, но это, пацаны, знаете, что было? Чё, вентилятор, лампа? Блин, вентилятор. Да, конечно, название, друзья, очень интересное. Вентилятор в воздухе висит, кстати, без стенки. А вот, парни, крыша! Все! И у нас еще нет, 98-99. Что-то последнее осталось, друзья. Че вы, Вян, врешь? Так, что-то, друзья. А вот, где-то вижу. Вот. Еще здесь крыша. Вот. Вау. И мы можем сделать перерождение самое настоящее, парни. Все. Мы все докупили, друзья, 100%. И мы можем переродиться. И мы все потеряем, наверное, да? Наверное, да. Но вы посмотрите, друзья, на наш дом. Это вообще супер особняк мы с пацанами построили. Супер современный хай-тек люкс класса. Люкс класса. Короче, ребят, вот такой вот домино у нас получился. Наверное, потом, если вы хотите, чтобы мы построили другой домик, потому что тут можно выбирать, какие домики строить, мы это сделаем. И там, может, всякие перерождения, новых питомцев и так далее. Но пока что сегодня у нас вот такой интересный дом получился. Ставьте лайкусик, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положение комментария. На вас сегодня веселили Оверфон и Бобби. Всем большое спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Привет, чуваки.